Традиционно или дистанционно? Вопрос, в каком формате начнется учебный год, сейчас волнует многих родителей и школьников. Накануне на него ответил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что российские школы готовятся именно к традиционному началу учебного года с торжественными линейками. При этом все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить безопасность детей и учителей. При организации обучения в школах будут использовать наработанный опыт проведения единого государственного экзамена. Дистанционную форму обучения планируется использовать только как дополнительную к традиционной. В начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать соответствующую методическую помощь. Обращаю внимание, что за эту работу не будут выставляться оценки. Мы должны понимать реальную картину уровня знаний наших детей, чтобы принять все меры для устранения возможных пробелов в их знаниях.